Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня я хотела вам показать, как я буду пересаживать. Заниматься сегодня пересадочками собралась. Ну и сниму видео, кое-что покажу вам. Ну вот, в прошлый раз я показывала вам свои сеянцы. Вот такие вот они у меня. Не растут уже, нужно срочно пересадить их. Которые я пересадила в стаканчики, были меньше, чем эти. Я думала, им тут свободно, они будут расти. Они, их, видно, надо пересадить, потому что грунт уже для них старый. Так, потом хотела еще пересадить вот такие вот у меня. Есть Челыкушу ДС и Раджа. Вот таких вот они сидят у меня. В стаканах закрытые были. Уже давно уже открытые. Ну вот, надо их пересадить срочненько. Так, покажу еще. Вот здесь у меня листики, листады. Сидят уже давным-давно. Посмотрите, какие корешочки хорошие. Надо их тоже посадить. Так, что еще надо мне? Надо мне еще вот, ну, подсыпать кое-что. Вот видите, болтается сайсмо. Побольше горшочек не хочу еще его, стаканчик, вернее, садить. Корни отличные, но вот мотыляется. Надо его тоже пересадить. Ну, вот такие вот всякие вот шамус сидит. Вот, взгляните, сколько здесь деточек. Это старый лист, вот два их было. И надо тоже, вот занимаюсь, короче, заняться посадочками. Еще хотела вам показать, так, вот, это у меня крем-шоколад. Я уже ее, смотрите, подоткнула, вот такая вот. Ствол уже, ну, и растет плохо. Ну, короче, я так... собираюсь ее срезать. Макушечку. Вот. Вот такой вот уже ствол нехороший. Так, ну а вот эту бегонию я не хочу ее срезать. Я просто ее хочу поглубже посадить. Вот, корни тут тоже хорошие, немножко это и заглубить. Вот видите, вот он такой, скорбо называется. Вот этот лист тоже оборвать, обрезать. Ну, вот такие вот посадочки. Ну, вот я хотела вам показать, если я вот недавно Айзен Тундра тут обрезала, тоже мотылялся, что-то мне поставила воду, там еще стоит. Ну и вот, видите, срезала пенечек, уже начал обрастать. Вот они уже побеги молоденькие. Их два было тут, вот еще один. То есть выбрасывать я корешок не буду, поставлю ее. Вот, отставлю. Так же самое и крем-шоколад. Это горшочек отставлю, а ее поставлю... стаканчик, наверное, она даст мне корешочки. Вот видите, тут что-то все почистить надо ей. Как-то она у меня. Ну вот, давайте приступим. А приступим мы, наверное, с чего? Так, ну вот, смотрите, у меня скальпель. Я его обработала. Вот, буду обрезать вот этот. Крем-шоколад. Так, опустим немножечко. Так, вот так вот. Посмотрим, где его тут можно. Так, это уберем. Подставляла, чтобы он много, когда листиков было и заваливался. Здесь вот даже не видно, что они еще, вот видите, даже где бы проклюнулись. А ну вот тут вот, вот немножечко видно, что тут он розовеет. Так, ну так вот мы и обрежем его. Вот. Чик, и
все. И пенечек остался. Пенечек вот поставлю сейчас я в стороночку вместе вот с Азиан Тундра. И будет стоять. Так. Что мы дальше делаем? Я, вернее, делаю. Вот, посмотрите, листик. Этот старый уже листик. Мы его убираем. Так, а этот листик как бы большой. Но тут вот одна получается. Маленькая здесь. Почистим. Здесь вот они. Ой, простите. Могут проклюнуться. Еще я вот не хочу его весь убирать, этот лист. Я иногда вот так вот делаю, да, девочки, чтобы здесь вот он один листик. Я боюсь, что он может, ему мало места будет. Я вот так вот сейчас делаю, отрежу ему половину листика. Это я так делаю. Никого я не говорю, что нужно правильно это или нет. Вот, когда большой лист, он много забирает уже. Всего и вот такой вот получается у меня пенек. А с одним листик маленький, тем более, он может пропасть. А этот сильно большой для него. Ну, вот такой вот. Вот видите? И я его поставлю в водичку. Так, не подготовила стаканчик с водичкой. Ну, короче, вот поставлю стаканчик водички. Так, чуть-чуть налью. Чуть-чуть. И будет стоять он у меня. Так, ну, а этот листик. Ну, в принципе, можно его порезать и посадить. Можно попробовать. Он не совсем старый. Ну, вот такой вот, смотрите. О, то я даже не показала вам, как я здесь тоже. Так, пониже. Вот эти края я обрежу. И получается вот такой вот фрагментик. Можно его посадить, укоренить. Сейчас мы его и укореним. У меня агробалт с перлитом. Больше я ничего сюда не добавляю. Только вот агробалт и перлит. Все. Сюда вот так вот посадили. И в тепличку я поставлю. Так, ну все. Теперь я хотела еще немножечко показать своих сеянцев, как я их. У меня уже было видео, и как я их пересаживала. Ну вот просто, очень все просто. Они очень хорошо берутся. Вот видите, они вот тут. Вот. Просто так вот я достаю их. Вот они, корешки. Вот, надо срочно их пересадить. Не хотят они уже в этом торфе сидеть. Субстрате, так скажем. Ну вот. Все. Корешками все. И давайте будем садить их. Так, сейчас я набираю. Те, которые я пересаживала, давно уже, они уже
Я до этого... Так, ну что такое с камерой сегодня? Вот перед этим было видео, я показывала, какие они сеянцы мои уже выросли. Они были меньше, чем эти. И они теперь уже стали такие хорошенькие, большие у меня. В теплицу я их, в тепличку ставить не буду. Они привыкли, уже давно растут у меня. Здесь открытые. Поэтому вот так вот. Все очень даже легко, просто. У меня соседка говорит: ой, так интересно за ними наблюдать, как они растут, какие они, как окрашиваются, некоторые с ракушечкой, некоторые без ракушечки, кто светлый, кто темный. Еще вообще очень далеко до этого, какие они будут. Потому что может вот она остаться вот такой вот серебристо-светленькая, а может быть красная, может быть розовой будет. Может вообще, ну вот посмотрите, вот она, видите, какая. Пока еще ничего, вообще ничего не известно. Но вот она мне и говорит: давай еще посеем. Давай, говорит, еще посеем. Я говорю, с этими бы разобраться. Их же надо тоже ставить вот куда-то, да, место. Ну вот, вот так вот. Видите, вот такие вот сеянцы хорошенькие, красивенькие. Ждем. Ну, я думаю, что к весне уже будут они окрашенные. Надо просто... У меня другие. Это мама Бавалер Экс, жара и... папы не знаю. Естественно, папы какие там цвели, те я и опыляла. Вот видите, вот этот вот пушистенький, с пушком какой-то. Бог его знает, что там, какие папы были. Вот. Поэтому, что получилось, то получилось. Можно взять, у меня еще семена есть. У другие мамы. То есть другие будут. Наверняка цвет другой будет. Может, форма листа другая будет. Ну вот. Вот такие вот. Видите? Красоточки. Просто красоточки. Так, ну, все я не хочу с вами тут. Будет длинное видео. И, в общем, там дальше я пересажу. Без вас вот Раджа. Вот тоже такой вот стакан был. И сейчас мы их пересадим. Так, ой, что-то я не вижу через камеру. Где тут что? А вот, вот он фрагмент листа. Можно вот он, за фрагментик листа вот так вот вытаскиваем. Вот. Следующий. Тут у меня несколько было, потому что он широкий, думаю, посажу. Тем более он закрывается как тепличка. Очень долго Раджа, очень долго сидел. Я что-то даже, ну, не записываю так, я же для себя это не сильно-то. Посадила в какой там день. Чё? Ну вот. Всего, ну, три фрагмента. И так, здесь... А здесь две деточки. Или одна. Или две. Ну, посадим вместе. Там, когда уже они... Вот видите. Прям с фрагментиком сейчас посадим. Все. Просто у них уже тут тоже земля. Давно это турф уже. Пусть уже... Так,
так вот ставим и присыпаем. Вам присыпать надо так, чтобы не засыпать точку роста. Потому что там листик может не вылезти и сгнить. Ну вот. Так, чуть-чуть поправим. Вот. Вот, видите? Вот так вот. Ой. Кое-как дождалась, пока этот, думаю, уже родится, не родятся эти детки. Что-то так долго сидел он. Ну вот, ну это же природник. Ну, некоторые вот бегонии, да и природники тоже, смотришь, раз уже и детку дали, а этот как-то не очень-то. Вот. Ну вот, теперь у меня будет 3 детки. Раджа. Раджи. Вот. Вот, а смотрите, какой корень. Шикарный. Маленько стряхну. Так. Мне все-таки кажется, что их тут 2. Но нет, или одна. Ну ладно, пусть сидит одна или две, кустик будет попушистее. Значит, мне хороший нравится, ну не проблемный этот цветочек, этот раджа очень хорошо растет. Капризничает, ничего. Природники мне нравятся, вообще нравятся. Хоть они, конечно, и дороговатые такие вот покупать их, но очень даже. Так, вот я, знаете, хочу этот же стаканчик. Ничего, что он не мытый у меня. Вот. Хочу посадить сюда вот листики, стаканчик, потому что закрывается, я сюда и посажу листики листады. Вот они. Я ее обрезала, и лишние листики, детки уже давно укоренились, а листики все сидели. Посмотрите, какие, ну просто отличные корни. Так, я их сюда вот. Так как уже зима, места сильно-то нету, чтобы их в каждый, ой, в каждый этот стаканчик посадить. Ничего, вырастут так же само. Потом мы их рассадим. Вот. Кто даст деточки, все посадим, рассадим. И еще последняя. Вот эти вся уже корешками плела себе. Надо ее поглубже маленько посадить. Так. И подсыпем сейчас сюда. Ну вот. Вот так. Да, начинается зима. Сейчас начнутся пересадки. Только потому, что все закончилось. Отправки закончились. Сад, огород у меня тоже закончился. И будем сейчас только заниматься растюшечками своими. Где пересадить, где полить, поливать надо
много растений, пока польешь, пока что, время уходит. Вот и дни скоротаем зимние. Так, ну вот. Вот так вот, смотрите, полью и все. И пусть стоят, укореняются. Так, эту мы просто подсыпать нам надо. Сейчас мы ее берем, так, отодвигаем немножко. Точку роста, главное, не заглубляем. Вот и все. Чтобы она не шаталась, держалась крепенько. Так. Поправим здесь. Вот она, видите, точечка роста. Ну все. Сейчас он еще немножечко тут укрепится. Так, чуть-чуть еще маленько здесь подсыплю. Вот так, все. Этот тоже готов. У нас готовчик. Так, челокушу. Вот то же самое. Вот она. Красотка. Сидела. Тоже самый такой стакан. Посмотрите, какая уже большая выросла. У меня все, руки не доходят. Думаю, все, надо тебя пересадить. И маленькие тоже пересадим. Так, и получилось у нас тут 4 штучки. Вот она. А, нет, вот тут она разделяется. Ну, разделим вот большую. Отдельно посажу уже. Так, корешки хорошие. Ничего страшного нет, кто первый раз берется за это дело, не бойтесь, не страшно. Вы, девочки, делайте там или смотрите, много же блогеров всяких показывают, кто как. Вот я никого не заставляю, что именно вот так надо там делать или это. Я вот делаю, как мне подсказывает мое сердце. Тут обрезала, вот тут подсыпала, вот тут пересадила. Может быть, где-то и рано я пересаживаю, так как свои эти сеянцы. Но вот они не растут. Надо, может быть, в этот же контейнер можно было их рассадить. Но надо было другой уже грунт. Ну, раз пересаживаю, тупо стаканчиком сразу их и пересадим. Вот. Так что не знаю, может еще посажу. Очень интересно заниматься, конечно, так скажем, селекционированием, их опылять там. Вон, у меня уже там тоже висит коробочка. Это, сейчас я скажу. Так. Эльснек тополей. Коробочка там. Смотрю, расцвел. Ну, я что-то подпикала. Смотрю, он завязался. Так хорошо она завязывается. Этот снег тополей. Вот. И, может быть, я ее и посажу. Посею, вернее, семена. Есть канкан Крисмас у меня тоже. Коробочка лежит. То есть есть еще. Так, главное подписать не забудьте, девочки, если у кого много, или чтобы вы не забыли, не перепутали.
Я потом подпишу. У меня тут всего-то Челкушо, да, Раджа. Они никак, я их не перепутаю. Поэтому вот так вот. Все. Посадим и будем ждать, наблюдать. Так, еще одна осталась у меня. Деточка. Ну вот, смотрите. Вот такие вот. Все. Надо идти другой, взять контейнер. Вот у меня, посмотрите, какой. Все, я их тут наставила вот в таком маленьком у меня контейнере. Сейчас покажу. Вот. Вот такой малюсенький. Все, и теперь поедут под лампы. Но еще вот у меня, знаете, у меня еще вот есть этот ловец снов Лерекс. Вот. Тоже вот болтается. И я вот не знаю, либо его подсыпать, либо, наверное, он тут, не знаю, мне его... Я поменялась с девушкой, девочкой, с женщиной, так скажем. Она мне дала, не знаю, что там за земля. Я, наверное, в свою земельку посажу. Я знаю, что какая у меня земля, как поливать. Вот. Вот видите. Корешки нормальные, все. Немножко сейчас стряхну. Так вот. Не буду сильно его. И вот так подсыпем. Корешки хорошие, пусть нарастает здесь. А то я на него смотрю, думаю, подсыпать, не подсыпать или пересадить. Лерексы хорошо разрастаются, корни хорошие, они всегда вот, вот, нравятся эти лерексы эти. Так, здесь еще немножечко надо. Чуть-чуть подсыплю прям. Вот так вот. Ну, точка роста, вот она у нас. Вот, вот видите, сразу видно, земля другая. Ну, не стал вот корешки, тут все хорошо. Вот так вот. Вот. Ну, это я уже без вас вот все доделаю. Шамус тоже. Много еще тут у меня что садить можно, поэтому вот. Вот вам покажу. Сколько здесь всего запуталось уже аж на. Так вот я беру за листья старые. Так вот раз и разделяю. Вот она отделяется. Видите, деточка. А этот уже можно убирать лист. Пить хотят, но я не стала поливать, так как я буду дома пересаживать, потом будет сильно грязно. Вот видите, а у этого вот листика еще вот они тут детки. Его можно назад же тут в этот стаканчик и посадить. Прикопать сейчас это и все. Пусть он еще там дает. Расхочет. Вот здесь вот посмотрите, видите как. Это что вот? Так, посмотрим. Это корешок. И это, а это две деточки. Вот так. Одна высоко, другая ниже была.
Вот, я их разделила. Вот, одна, видите, какая длинная. Тут корешок и тут корешок. Ну вот, заглубим ее подальше. Вот такие вот. Так, ну давайте я вам уже тоже вот эту вот, смотрите, какая длинная. Вот так вот надо ее заглублять. Вот, прям. Прям глубоко ее, чтобы она... Так. Угу. Ну вот, польем, и все будет хорошо. Видите, маленечко не туда-сюда. Вот. Вот так вот. Вот она длинная была, видите, какая. Все нормально. И сейчас у нее там корешок очень хороший будет. Разрастется. Здесь тоже корешочек хороший. Вот. Вот еще три. Вот. Видите. Ну, это я все посажу. Уже много мне тут еще пересаживать. И не буду ваше время занимать. Показала, как я тут все это пересаживаю. Что посыпала, что обрезала, что пересадила. Вот. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что зашли на мой канал, посмотрели, кому, может быть, интересно было. Вот. А на сегодня все. Всем пока-пока. До скорых встреч.